А в Упоровском районе отличники теперь будут получать стипендию. Так местные власти решили поощрить учащихся 7, 8 и 9 классов. Причем пятерки должны быть выставлены за все учебные четверти. Так, прошлый год на отлично закончили около 50 школьников. И педагоги надеются, что в этом году цифра будет не меньше. Стипендия будет выплачиваться раз в год в размере 3000 рублей. Но размер стипендии может увеличиваться по решению комитета по образованию. Таким образом, мы мотивируем детей 7, 8, 9 классов на отличную учебу.